строим свои мысли и сердца. Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Темно-красном своем будет петь для меня моя дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат, по углам залетая, пусть опять и опять проплывут предо мной наяву белый буйвол и синий орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Белый буйвол и синий орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Ну, вот это такое вступление, настройка. Ну, давайте сначала я немножко расскажу, кто мы такие. Вот мы ведем вдвоем с Сергеем такой проект, музыкально-поэтический, просветительский проект. Поначалу он назывался «Возвращение Серебряный век». Мы вот возвращали поэзию серебряного, поэтов Серебряного века. Я читала их стихи, пела песни на их стихи, рассказывала об их судьбах. Вот, ну, постепенно вот спектр поэтов расширялся. Вы тут видели, картинка такая была, да, вот из портретов. Это наши авторы. Это портреты поэтов, на чьи стихи есть у меня песни, которых мы поем, которых мы читаем, о которых мы рассказываем. Вот, и вот среди этих вы, наверное, там узнали своих знакомых. Довольно много поэтов грузинских. Вот. С грузинскими поэтами у меня давно очень теплые отношения, очень теплые к ним чувства. Я давно пою грузинских поэтов в русских переводах, конечно. Вот в Москве у нас было много вечеров, посвященных Грузии, посвященных грузинской поэзии. И, конечно, я пела их в русских переводах. И вот с Грузией меня очень сблизила Белла Ахмадулина, которая просто так искренне и нежно влюблена была в Грузию, как, наверное, и Грузия отвечала ей тоже тем же самым. Вот и такая была взаимная любовь. Вот, которая дала прекрасные плоды, потому что у Белы масса чудесных, изумительных переводов. Очень многих грузинских поэтов она переводила, и очень много писала, и стихи о Грузии, и проза о Грузии, и свои такие признания в любви. И вот как-то я вот ей очень поверила, и вот вместе с ней в Грузию влюбилась заочно, еще здесь не бывав. Вот мы сейчас впервые в Грузии, но вот уже год мы здесь живем. Вот. И я должна сказать, что вот это чувство, которое у меня было к Грузии, такое романтическая влюбленность такая была, вот именно по стихам, по поэзии, вот, она подкрепилась и
вот это чувство, моя влюбленность, она усилилась многократно, когда я, наконец, в Грузию приехала, когда увидела все воочию, когда познакомилась с замечательными людьми. В общем, мне здесь все очень нравится. И захотелось, конечно, вот все те стихи, которые я пела в переводах, захотелось узнать и услышать оригиналы. Вот. И вот, видите, к сегодняшнему дню, как мы объявили сначала в афише, 15 песен Дилингв. Но неожиданно вот так получилось, что в последний день появилось, ну, буквально там за неделю до концерта, нам пришло в голову вот еще одну песню. Мы искали песню Григола, стихотворение Григола Абашидзе, которое я очень люблю, в переводе Беллы Ахмадулиной. И мы искали его долго в разных книжках, не могли найти оригинал. И вот спросили в фейсбучную группу «Грузия и я», или там «Прогулки по Тифлису», мы спросили, задали вопрос, не знает ли кто-то оригинала. Вот. И нам прислали оригинал. Таким образом, сегодня будет уже не 15, а 16 песен Дилингв. Ой, ой, еще раз спасибо большое. Так, давайте их тогда повернем так, чтобы красиво. Вот. Ну, вот это такое предисловие. И еще сразу скажу. Ну, ладно, не сразу. Сначала спою. Я вот, ну, поскольку сказала вам о Белле Ахмадулиной, вот эта книжка прекрасная «Сны о Грузии». Вот таким именно названием мы сегодняшний вечер озаглавили. И сразу же это стихотворение и спою. Сны о Грузии, вот радость, и под утро так чиста виноградовая сладость, осенившая уста. Ни о чем я не жалею, ничего я не хочу. В золотом светить ховели ставлю бедную свечу. Воздаю хвалу и честь, Господи, пусть будет это вечно так, как ныне есть. Пусть всегда мне будут в новость и колдуют надо мной родины родной суровость, нежность родины чужой. Пусть колдуют надо мной родины родной суровость, нежность родины чужой. Знаете, еще, может быть, вы видели в афише, мы сегодняшний вечер посвятили очень важной дате – столетию замечательного человека Георгия Маргвелашвили. Георгий Маргвелашвили – поэт, переводчик, литературовед, замечательный человек, который объединял вот всю поэтическую, не только Грузию, он встречал здесь и давал приюты русским поэтам.
тем, которые не могли в то время, ну, это время 60-е, 70-е, там, 80-е годы, он принимал многих, он согревал, он, так сказать, обогревал своим теплом. Мариночка, сюда, проходите. Вот. Многих, и как бы соединял вот эти вот нити российской и грузинской поэзии. И помогал издаваться, печататься, когда кто-то не мог там напечататься, в Москве, Петербурге. Он печатал здесь в своей литературной Грузии, он издавал, помогал издавать книжки. И вот эту книжку, вот этот первый сборник Белы Ахмадулиной «Сны о Грузии» именно Геймар Гвелашвили составил и издал. И во втором издании, такая красная, может, у кого-то есть эта книжка, я ее очень люблю, он написал большое такое предисловие, очень хорошее, интересное. Вот. И вот вторая книжка Евтушенко, которую мы здесь купили, вот здесь уже в Тбилиси на развале, я даже не знала об ее существовании, тоже стихи Евтушенко о Грузии и переводы его с грузинского. Вот, тоже сделал Геймар Гвелашвили. Вообще он очень много сделал для грузинской и для русской поэзии. И мне даже очень странно, что про Геймар Гвелашвили нет даже статьи в Википедии. Я думаю, надо этим озаботиться и это сделать. Вот, по крайней мере, к столетнему юбилею как-то вот... Я просто не знаю, как это делается, но, наверное, может быть, кто-нибудь из вас знает, как в Википедии пишутся статьи. Вот обязательно надо это сделать, потому что это очень достойный человек, действительно, очень такой рыцарь поэзии. И Белла Ахмадулина, конечно, с ним очень дружила и посвящала ему, в том числе, стихи. Вот, например, такое стихотворение Белла Ахмадулина посвятила Геймар Гвелашвили и Шуре Цибулевскому. А? А? Да? Здесь дочь Геймар Гвелашвили. А, это вы! Боже мой! Давайте поздравляем. Конечно. Потому что как-то это все забыто, все ушло в какое-то прошлое забытие. Вот. А важность, вот то, о чем вы говорите, то, что вы сейчас делаете, мир устроен так, разделяй и властвуй, да, это кошмар какой-то. Геймар Гвелашвили, а вот сейчас вот я вижу вы, и вот те люди, которые занимаются объединением. И это очень важно для нас, для всех, и для выживания вообще людей. Так что огромное вам спасибо. Спасибо вам, что вы пришли. Я знаю, все будет, архивы, таблицы. Жила-была Белла, потом умерла. И впрямь я жила, я летела в Тбилиси, где Гия и Шура встречали меня. О, длилось бы вечно, что прежде бывало, с небес упадал солнцепёк проливной, и не было в городе этом подвала, где б Гия и Шура не пили со мной. Как свечи мерцают родимые лица, я плачу, и влажен мой хлеб от вина. Нас нет, но в крутых закоулках Тифлиса мы встретимся, Гия и Шура, и я. Счастливица знаю, что люди другие в другие помянут меня времена. Спасибо, да тщетно, как Шура и Гия, никто никогда не полюбит меня. Гию Маргвелашвили даже в шутку кто-то называл беллогвардейцем. Так он был. И вот еще одно стихотворение, посвященное Гии Маргвелашвили. Я столько раз была мертва или думала, что умираю, что я безгрешный лист мораю, когда пишу на нем слова. Меня терпели жизнь, нужда, страх поутру, что все сначала. Но Грузия меня всегда звала к себе и выручала. До чудных слез любви в зрачках и по причине неизвестной, о, как, когда бы вы знали, как
любил тот край прелестный. Тифлис, не знаю, невдомёк, каким родителям суровым я брошена на твой порог под кидышем большеголовым. Тифлис, ты мне не объяснял, и я ни разу не спросила, за что дарами осыпал, и мне же говорил спасибо. Какую жизнь не сотворю из дней грядущих, из тумана, чтоб отслужить любовь твою, все будет тщетно или мало. Чтобы отслужить любовь твою, все будет тщетно или мало. Помню, как вижу, зрачки затемню веками. Вижу, о, как загорело все, что растет, и как в песень затяну имя земли и любви Сакартвело. Чуждое чудо, грузинская речь, тереком буйствуй в теснине гортани, ах, я не выговорю без предтеч крови, воспитанной теми горами. Вас ли? О, вас ли, шатай, вожа, в предки не взять и родство опровергнуть ваше во мне? Если в почву вошла косточка, выйдет она на поверхность. Слепы уста мои, где поводырь, чтобы мой голос по тьмах порезвился? Леса ли оклик услышу, водыль, кажется, вот, говорят по-грузински. Как я люблю славянин и простак, недосягаемость скороговорки. Помнишь лягушки в болоте? О, как мучают горло предгорья, пригорки, грамоты той, чьи вершины в снегу уж бы надменней. О, вздор альпенштока, хмерто! Ужель никогда не смогу высказать то несказанное что-то? Только во сне велика и чиста, словно снега разрастаюсь и рею, сколько хочу, услаждаю уста речью грузинской, грузинскую речью. Ну вот и я сегодня позволю себе усладить уста речью грузинской. Надеюсь, дорогие мои грузинские слушатели, не оскорбить вашего слуха при этом. Вот. Потому что, конечно, соблазн был велик. Началось с того, что один наш грузинский друг сказал: «Вам надо учить грузинский язык, давайте начнем учить стихи». И прислал нам текст стихотворения, довольно-таки такого непростого стихотворения. Сказал: «Вот, начинайте учить». Мы начали учить. Да, наш Ливан. Да, Ливан, да. Вот. И мы начали учить, ну, я начала учить. Составила себе транскрипцию, и когда я по транскрипции прочла вот эти звуки и вот этот ритм почувствовала, то я просто не могла это не спеть. Это было прекрасно, это было очень красиво, поэтому, поэтому вот начались песни. Стихотворение Галактиона Тобийца. Усикварулот мзер супес цис камаразе Сивардахлис ткер кертеба сасихарулот Усикварулот арарсеба
Ars art sila maze, ars okvedaveba, ar sebos musik varulot. Magram sus hva sikvaruli mukanas kneli. Rogort kvali shemodegonis khshirat birvels jobs igi aruchmobs karishkalianum izanovenebs aritskmats vilurjins aritsvelurchmebs igi Мадгонис, сицы веши, велад газрдили, из газапхулис, нас квавилепс, сулац арахкавс. Сиос магивнад, кариш хали, эалер себа, давне виснац влад, Ухмо алерс гаремоцавс. Да, чкнеба, сиквалули, уканаскнели. Чкнеба мцухарек назад, магараму сихарулу. Дар себобс квеханазе твиту кведавеба, твиту кведавебац арар себобс усихварулод. Если нет любви, солнце не взойдет на небесный свод, ветерок не дунет и радостно лес не зашумит. Если нет любви, той красоте не бывать вовек, и бессмертию не бывать вовек, если нет любви. И бессмертию не бывать вовек, если нет любви. Спасибо. 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 Спасибо, спасибо, дорогие друзья. Ну, а теперь, конечно, Галактиона Табидзе много переводила Белла Ахмадуллина. И вот начать надо было, конечно... Ну, я просто начала со своего первого стихотворения. А вообще вот этот манифест, поэзия прежде всего, манифест Галактиона Табидзе, ну и Беллы Ахмадуллиной, конечно. О, друзья! Лишь поэзия, прежде чем вы, прежде времени, прежде меня самого, прежде первой любви, прежде первой травы, прежде первого снега и прежде всего. Наши души белеют белее, чем снег, занимается день у окна моего, и приходит поэзия, прежде чем свет, прежде светит Ховели, и прежде всего —
Что же, город мой милый, на ласку ты скуп? Лишь последнего жду я венка твоего, и уже заклинанье срывается с губ. Жизнь и смерть и поэзия прежде всего. Sulige Konde sospeta che sto lissam Me govrevo si kvedilam di smekneva Më kholo dërëti si haruli shëgneva Poezia u pirvele skollisa Tavë dhe dhe bulë për cone vistës Nahë e vargë za dahli Arvi sarëvu nahë i varë Marad mantës shuti svetis tëhollisa Poezia u pirvele skollisa Si të vëdilit maradia survili Më teli kveknis si më heredit movelisa Kvela përshi shuki që më burrili Poezia u pirvele skollisa Mëjnë sërë më me përës Më moftë dhe dedi Rogorës poet shëkëperis Si më kërëbi Khalisis da brëtëzolisa Poezia u tirve dhe skovëlisa Абрцолиса, поэзия у первелы скоблиса. Белла Ахмадуллина была влюблена в стихи Галактиона Табидзе и в него самого. И о переводах его, ну, вообще о переводах грузинской поэзии, у нее несколько есть замечательных эссе, но вот в том числе, что она писала о переводах Галактиона. «Я хочу донести стихотворение Галактиона Табидзе до русского читателя и считаю это возможным. Я не выкидывала ни строчки, не проявляла небрежности, а если делала что-либо по-своему, то потому что хотела осветить по-русски так, как слышала по-грузински. Когда я хожу по ночам в Тбилиси, мне кажется, что хожу вместе с тенью Галактиона. Я знаю его стихотворение, я знаю, в чем его смысл. Оно не чуждо логики, но оно все держится на музыке, которую я не могу точно воспроизвести. Не просите у меня невозможного. Я могу только сказать русскому читателю, что это звучит на грузинском языке божественно. Я хочу, чтобы русский читатель поверил мне на слово, что Галактион – великий поэт. Если бы для этого мне нужно было бы танцевать, я бы танцевала. Но она не танцевала, конечно, она переводила. Но Белины переводы – это, конечно, что-то особенное. Это не дословный пересказ. Вот у меня такое чувство, что Белла пишет как бы не только вот об этом стихотворении, она пишет и о поэте, и о его мире, чтобы вот русскому читателю как можно больше дать. Вот откуда оно явилось, это стихотворение? Кто этот поэт? Вот так вот обнять еще это стихотворение вокруг. Вот, например, вот послушайте такая вещь. А вот это стихотворение в русском переводе называется «Он и она», что по-грузински нелепость вообще, да? Вот, да. Ну, вот так оно. Я спою сначала грузинский текст, а потом перевод Беллы Ахмадуллиной. Гулон от неба смала Ца лурж дебас
да и цакалов, Кали, да гиберматоли, важи, да и цакалов, Кали, да гиберматоли. Шори, брундебат кали, не слиться небом таши, арам, чур-чулеп скали, карги, амшвидеп сважи, арам, чур-чулеп скали, Am shvide psvaji, tunda taika jagi, iden am rcheba mrava, barole kiva satsmogi, rot sakala shichava. Рот сакала шичава. Из гор, из неба и лесов. Мир — это только спор двух детских голосов. Земля в нем и вода, вопрос в нем и ответ. На всякое «о да» доносится «о нет». На всякое «о да» доносится «о нет». Среди зеленых трав, где шествуют стада, как этот мальчик прав, что говорит «о да», как девочка права, что говорит «о нет», и правы все слова, и полночь, и рассвет, и правы все слова, и полночь, и рассвет. Так влепите детей, враждуют нет и да, как и в душе моей, как и во всем всегда, и правы все слова, и полночь и рассвет, на всякое «о да» доносится «о нет», на всякое «о да» доносится «о нет». Ара, чур-чулеп скали, карги, амшвидеп сважи. Ну, вот вы поняли, скажу русскоязычным нашим гостям, которые по-грузински не понимают. Грузинское стихотворение – это просто диалог от парня и девушки. Он ее догоняет, говорит: «Постой, девушка». Она говорит: «А, не смотри на меня».
и он там ей предлагает всякие дары. То есть это вот просто их диалог. А Белла вокруг этого вот строит мир, состоящий из гор, и стада шествуют, и все, вот, чтобы мы вот это вот почувствовали, да. Почувствовали. Да, 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 чтобы мы почувствовали, где вот они вот разговаривают это. Галактион-то знает, а вот мы не знаем. И вот еще одно тоже такое чудесное, которое я очень любила и пела его в переводе. Ну, даже вот сначала спою перевод на Телла из Цинандали, изумительное стихотворение. Я птицей был, мне разрешалось, как в небо ринуться в селок. Я ринулся, и все смешалось, на Телла Цинандали жадность к тебе. Виноградный сок. Зачем я вырвался на Телла? Зачем освободил крыла? Когда я вышел, ночь светлела, была уже светлым светла. Уже рассветный ветер дунул, и птиц возникли голоса. Я один-один подумал и к небу обратил глаза. А в небе было звезд так мало, так нежно было и светло. Там все качалось, уплывало и повториться не могло. Там все качалось, уплывало, там все качалось, уплывало, там все качалось, уплывало, и повториться не могло. Галия,
Оче мовчиці напевай, у ламазесі калія. Стихотворение Галактиона Табидзе, посвященное его самой большой любви в жизни, его жене Ольге Акуджава, родной тете Булата Акуджава. Ну, вы знаете, конечно, трагическую судьбу Ольги Акуджава, как и всех ее братьев. Они все были репрессированы, погибли все. Ольга Акуджава дважды была арестована, первый раз вышла из тюрьмы, а второй раз не вышла. В 1941 году ее расстреляли. Галактион Табидзе, конечно, эту боль переживал всю свою жизнь. Всю свою жизнь, потому что вот это стихотворение, оно датировано, вот две даты, 1940 год и 1955 год. То есть он к этому тексту обращался, видимо, вот неоднократно. Вот. Стихотворение это замечательно перевел поэт Борис Резников. Совершенно изумительно перевел. Получился вот такой тоже очень пронзительный русский текст. И надо сказать, что он, в общем, почти дословно совпадает с оригиналом. Да, кстати, вот Борис Резников был знаком с Геймар Гвилашвили, они вместе учились и вместе были вот в этом объединении молодых литераторов, МОЛ, да, в который был вхож в свое время Булат Акуджава и Шура Цибулевский, да, там они вот вместе все дружили, знали друг друга. Что знакомы, что очень дружили. Да? Угу. Мы знакомы хорошо с вдовой Бориса Резникова, знаем ее. Наверное, она с вами как-то, да, общалась, да? Ну, вот это вот стихотворение совершенно изумительное. Саркмели само, да пардам, да бурда, сантелим бжутави, мтлат гау, да бурда. Masem de gratsheni saheba bind bundze sahlidan gavidan dahar da brunda kiskasim gzlebare Ты
сахлита гавита, дахар да брунда, сахлида гавида, дахар да брунда. За окном и в уголок забился чуть теплющийся свет одной свечи. С тех пор, как образ твой исчез в ночи, из дому вышел и не возвратился, из дому вышел и не возвратился. Смех взрывчатый и звонкий каждый раз, и слезы, и сияние этих глаз, и радостный, и нежный их рассказ. Из дому вышли и не возвратились, из дому вышли и не возвратились. И гениальных этих глаз тепло, что тьму любую жалило и жгло, как пламя выстрела во тьму ушло. Из дому вышло и не возвратилось. И кажется, с ее глазами мгла, и песни боль, и месть мою взяла, и вслед за ней вся жизнь моя ушла. Из дому вышла и не возвратилась, из дому вышла и не возвратилась. Еще одно великое-великое стихотворение Галактиона Табидзе. Сначала спою грузинский текст, а потом гениальный перевод Гии Маргвелашвили. Мазела Мария, Рогорц на цвимар, сила шеварди, Чемиц ховребис гзасиз Мария, До шаре улицис, сила жварде. Ахамоведи, кеди дачвили,
весна без бабит. Шехеде гаскаби, мацвил урбедис, дахлил хлебит, цаме был сахит. Шехеде гаскаби, чемит валеби, сина тромпет книнен, цвребит и эбит, хамена твери, да нам твралеви, сам все отцвянута, шурис цебит, даст кби, а се аквелам госнеби, шен с молодинши, а се аквела, сулеве дребит, гана от себе, шен с перквеш кби треба, рогорц пепела. Садарис чемтвис самагиеро, сабеднееро, садарис сули. Вид сам отхидан, алиги. Чоджа хетит, варда парули, дарот сабедит, дачкав лил гсазы, сиквы дил исланди, мавнеч ве неба, гансас ве неба, зиребазе, чем-то нормова, шених се неба, дави крепхелепс, да григаливит, гамака небен, страпит хенеби, аме на теби, да нам твралеви, Богородица Дева Мария. Деда Охтисов, взял Мария. Вот переводов этого стихотворения существует, ну, не один уж точно, но вот этот перевод, который сделал Георгий Марквилашвили, это просто шедевр. Он, на самом деле, конечно, приблизиться к оригиналу, да еще к такому, как Галактион, просто, ну, невозможно, да, оригинал недосягаем. Но вот Гее удалось приблизиться. О, Богородица Дева Мария, розой на зыбкой влажной тропе, жизнь моя стелится в тщетном порыве, свету безгрешного неба к тебе. Могла ли расступиться в сполохе зарев, или свое грохочет гроза?
Бывает бессонница в пьяном угаре блудного сына к твоим образам. Изнемогая в жестоком похмелье, я прислонюсь к косяку свечи, пламя зажгу, и в церковном пределе вспыхнут над иконостасом лучи. Скажет мой голос предсветлые очи птицей, подстреленной в райском саду, сбывшейся явью чернейших пророчеств. Вот я к тебе и явился в бреду. Вишь, и возрадуйся, праведник ярый, сдавшийся ныне на милость врагу. Изнемогая в бессонном угаре, мстительных слез удержать не могу. Ожесточили хулы наветы, сердце мне слабое, о божество, дай мне терпение чистого света от милосердия твоего. Или впрямь предначертано Богом злобно гасить вдохновенье порыв, чтобы певцы в наваждении жестоком в кровь разбивались, едва воспарив. Так и со мной, оклеветанный кем-то, я оступлюсь у могильной плиты, в заупокойных молитвах отпеты, не удостоясь твоей доброты. Царство теней на свое новоселье перенесу, словно вихрь на лету, в пьяном угаре, в бессонном похмелье, изнемогая, покой обрету. О, Богородица, Дева Мария, розой на зыбкой влажной тропе, жизнь моя стелется в тщетном порыве к свету безгрешного неба. А вот иконы, которые вы здесь видите, я не знаю, Тамара здесь. Это иконы работы Тамары Гвачашвили. Нету ее, да? Понятно. Ну вот, во всяком случае, замечательная художница грузинская, которая вот такие шедевры создает. Ну, сейчас стихотворение, которое, наверное, знают все наши грузинские слушатели. Любимое стихотворение, оно и мое стало уже любимое стихотворение. Кари Крис. Переводов его масса, конечно, существует. Оно прямо так и тянет, чтобы его переводить. Вот. Но я спою вот перевод такой Ирины Снеговой и Елены Николаевской, потому что он точно укладывается в размер оригинала. Кари Крис, Кари Крис.
Каре-крис, каре-крис, потлеби мих криан кардакар. Хедарис, хедаджар, сркалат-крис, садахар, садахар, садахар. И севцвимс, и севтовс, и севтовс. Верг повеб, верас дрос, шениме, хатеба, адам девстан. Ховел твис, ховел дрос, ховел дан. Шорица, Nisnion pikrepsris, kari-kris, kari-kris, kari-kris. Vetr stuk, vetr zvon, vetr ston, vetr listya nesot. С высоты на бегу гнет деревья в дугу. Где же ты, где же ты, где же ты? Снова дождь, снова снег. Не найти мне тебя, не найти. Только взгляд твой со мною навек. Днем и ночью в дому и в пути, в тучах скрыт небосклон. Ветра стук, ветра звон, ветра стон. Шорится ни слёнок и крепсри. Сейчас спою, это будет стихотворение уже Анны Каландадзе. И вот если все предыдущие, как бы я изначально пела перевод, да, потом искала оригинал, то вот с этим стихотворением наоборот произошло. Вот это я уже какие-то знала слова, и листая Анну Каландадзе по-грузински, увидела знакомое слово «потлеби», которое вот в предыдущей песне «потлеби». Вот. Я его видела, мне так понравился ритм, как они там повторяются, вот «гапринтнен, гапринтнен, потлеби, потлеби». И вот сразу написала транскрипцию, сразу мелодия прямо сходу легла на это стихотворение. Вот. И потом вот перевода я не нашла, вообще не нашла, поэтому пришлось его, так сказать, самостоятельно сделать, попробовать. Вот, так что вот такое чудесное, очень красивое стихотворение. Атерден матебида ламис мецафтерде надзвебида гонден дамец мецвхонде. Моцхтенен да гапринтнен, 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 потлеби, потлеби. Моцхтенен да гапринтнен, 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 потлеби. Хели агапрес, дагмерти адигес, магра мучве улаквенесит да
года бит. Моцхтенен да гапринен, 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 потлеби, потлеби. Закапали, еле качают печальными лапами, сорваны ветром, несутся в смятении листья осенние. Тянут деревья и славят Всевышнего. Что же мне слышится? Пение печальное, горько прощальное. Стонут и плачут свой дом потерявшие, листья озябшие, листья увядшие, сорваны ветром, несутся в смятении листья осенние. Ну, вообще, конечно, чудесно переводила Белла Ахмадуллина Анну Каландадзе. Анна Каландадзе была первым грузинским поэтом, которого начала переводить Белла. Потом уже она познакомилась и с Симоном Чекувани, и с Эдуаром Челадзе, и с другими, с многими. А вот Анна Каландадзе была первой, и они очень дружили. Вот, и много чудесных строк Белла посвятила Анне Каландадзе. Ну вот я не могу не прочесть сегодня стихотворение изумительное, которое Белла написала Анне Каландадзе. Как мило все было, как странно. Луна восходила, и Анна печалилась и говорила: как странно все это, как мило. В деревьях вблизи ипподрома случайная сень ресторана, веселье людей и природа, луна и деревья и Анна. Вот мы, соучастники сборищ, вот Анна, сообщник природы. Всего, с чем вовеки не споришь, лишь смотришь мгновения и годы. У трав, у луны, у тумана и малого нет недостатка, и я понимаю, что Анна – явление того же порядка. Я стану резвей и развязней и вымолвлю тост неизбежный. Ах, Анна, я прелести вашей, такой почитатель прилежный. Позвольте спросить вас, а разве ваш стих не такая ж загадка, как встреча Куры и Арагвы близ Мцхета во время заката? Как эти прекрасные реки слились для иного значения, так вашей единственной речи нерасторжимы течения. В ней чудно слова уцелели, сколь есть их и Грузии милой, и раньше до свети сховели, и дальше за нашей могилой. Вы, Анна, ребенок и витязь, вы маленький стебель бесстрашный, но, Анна, клянитесь,
клянитесь, что прежде вы не были в Хашной. И Анна клялась и смеялась, смеялась и клятву давала, зарей затевающей алость, клянусь, что еще не бывало. О, жизнь, я люблю твою сущность, луну и деревья, и Анны смятенье и ужас, когда подступали к духам. Слагала душа затаенно свой шелест, в награду за это присутствие Галактиона равнялось избытку рассвета. Не то чтобы, видимо, зренью, но, очевидно, для сердца. И слышалось: «Есмь я, и рею вот здесь, у открытого среза скалы и домов, что нависли над бездной Куры близ Метехи. Люблю ваши детские мысли и ваши простые утехи». И я помышляла, покуда соседом той тени не стану, дай жизнь отслужить твое чудо, ту ночь и то утро и Анну. И вот это стихотворение, вот тот самый маленький стебель бесстрашный, называется, вот я пела его давно, перевод Белы Ахмадулиной, у нее называется перевод «Я совсем маленькая веточка». Ну вот по-грузински «Пацацинартовар». Я стою не женщина, не девочка, и ветер меня гладит по плечам. Я маленькая, маленькая веточка, садовник, утоли мою печаль. Я маленькая, маленькая веточка, садовник, утоли мою печаль. Заслони меня от ветра, мои он разоряет лепестки. Что сделаю я, маленькая ветка? Ведь у меня ни слова, ни руки. Что сделаю я, маленькая ветка? Ведь у меня ни слова, ни руки. Подойди, скажи, не солгала ты, и маленькая веточка, прости. А ветер, он буяный соглядатай, и ты меня от ветра защити. А ветер, он буян и соглядатай, и ты меня от ветра защити. Рогор, рогор, ванда.
ашар садам стовас. Ме бахел, ну дам то деп марто. Ме шиния, пататина ртова. Ме бахел, ну дам то деп марто. И ветер меня гладит по плечам. Я маленькая, маленькая веточка, садовник, утоли мою печаль. Я маленькая, маленькая веточка, садовник, утоли. Сейчас прозвучит стихотворение Отары Челадзе. Это все вот очень тесно связано с Белой Ахмадулиной, потому что мало того, что она перевела это стихотворение, оно еще и напрямую посвящено ей. Вот, а история этого стихотворения, вот я расскажу. Мы впервые услышали это стихотворение по-грузински. Вот Нино нам его прочитала чудесным летним вечером и сказала, что это одно из самых красивых стихотворений о любви на грузинском языке. Вот оно действительно чудно звучало, и мы попросили, чтобы она нам прислала текст грузинский. Вот. И мы еще пообсуждали, вот, а нет ли русского перевода, потому что не вспомнили сразу, а кто бы мог перевести, стали даже думать, вот кого бы попросить из поэтов перевести это стихотворение, такое чудесное и красивое. Вот. И вот когда Нино прислала, я его сразу вот транскрипцию написала русскими буквами, и вот это сразу как-то спелось, просто вот это «Чвеллэ привад вхдэва дидгамэс». Вот оно как-то сразу, вот этот ритм образовался. Вот. И, конечно, вот сразу хотелось найти русский перевод. И вдруг что-то вот меня осенило взять эту книжку, я открыла. Отары Челадзе, конечно, первое стихотворение было «Снег». Вот это оно самое, этот самый перевод. Вот. Но оно немножко в другом ритме, поэтому у меня получился такой вот, оно вот сюита такая, да, из двух частей, грузинской и русской. Вот. Ну, конечно, точнее, чем Бела, никто бы не мог перевести. Я думаю, что Бела даже, может быть, точнее это описала, потому что это про нее. Да? Потому что так как она себя хорошо знала, так никто ее не знал, даже вот Отар Челадзе. Вот, потому что там вот есть строчки, которых нет у Отара. Он вошел с выражением «любви и сиротства». Ну, это же просто вот Белин портрет, это же всегдашнее ее выражение лица. Вот там будет такая фотография, где она в клетчатом пиджачке. Вот это выражение любви и сиротства. Это просто... Chvede bodit hames, chve ule brivat, chvede bodit divas, stumrev zimilit, vatsvedit kames, utchostantai, gvetchira ptchilat, das tzore dam deros, mohidai. Da moje pina garindul kučeps, da gauk mebu karevisikit, ahali sivrce ga ih snavcev, da tolisikit.
sir bli da se grob da khalki da khala stovli e kera pirze da tol sim heri i se da tsdahlis stkhovdenem hera i se vdaise Не сгоряше, кети ли сумицис, дам принавта, да гаот себу, халхи стволевши, тавган тирули, сини брцхирада, ме букурепи, да хлил мегоба, Маки мес мода, упрозе мода, ме вугуреби, да сул ме гона, ром гадне бода, да гакре бода, ром гадне бода, да гакре бода. Рассказывать было бы неинтересно, что недобрых гостей отсылали мы прочь, остальным предлагали бокалы и кресла. В эту ночь, что была нечиста и пуста, он вошел с выражением любви и сиротства. Как приходит к другим, кто другим не чета, и стыдятся вины своего превосходства. Он нечаянно был так велик и робел, что его белизну посчитают упреком все, кто волей судьбы не велик и не бел, не научен тому, не обласкан уроком. Он был снег, и звучало у всех на устах имя снега, что стало известно повсюду. Пой, велели ему, но он пел бы так, по естественной склонности к пению и чуду. Песня снега была высоко сложена для прощения земле, для ее утешения, и отважная длилась, и пела струна, и страшна была тонкость ее натяжения. Голос снега печально витал над толпой, пой, кричали ему, утешай и советуй. Я один закричал, ты устал и не пой, твое горло не выдержит музыки этой. Oh,
свете все люди забыли певца, занимаясь заботами, плача и смеха. Тень упала с небес и коснулась лица, то летел самолет там, где не было снега. Сейчас прозвучат стихи Николоза Бараташвили, и переводы его все будут Бориса Пастернака. Ну, мне не надо для вас рассказывать, что значит для Грузии Бараташвили и каким образом он явился, да? Это чудо, конечно, которое совершил Илья Чавчавадзе, вернув Грузии вот это сокровище, а всего-то... Вот всего, все наследие Николоза Бараташвили. 37 стихотворений и одна поэма. Но как это все огромное, как это прекрасно и как это важно. И какую огромную, да, какое огромное место занял Николоз Бараташвили в грузинской поэзии. А перевел все эти стихи Борис Пастернак в 1945 году, когда отмечалось столетия ухода Николоза Бараташвили. Его попросили вот перевести эти стихи, он взялся за переводы и перевел вот все как-то прямо вот одним махом, очень довольно быстро, за месяц с небольшим он вот весь этот корпус стихов перевел, и как он пишет, что у него очень как-то легко шла эта работа, но как-то с удовольствием, в удовольствии. Стихи действительно, переводы получились замечательные. Они получили замечательными русскими стихами. Но вот как Борис Пастернак писал, что он как бы он не стремился к буквальному совпадению, буквального совпадения нет. Но вот что получили стихи, отражающие как бы вот то, что, ну, как вот Белла о стихах Галактиона писала, так вот и Пастернаку хотелось создать хорошие русские стихи, которые бы были вот адекватны бараташвилевским стихам. Вот. Но, конечно, тут большая разница вообще-то в эмоции, потому что Пастернаку было, вот, ну сколько, в 45-м году уже за 50, да? А Бараташвили был юный, влюбленный, тут вот страсть такая влюбленная в этих стихах, эти стихи посвящены Екатерине Чавчавадзе, в которую Бараташвили был влюблен всю жизнь. И, конечно, вот его восторг, любовь, страсть, описание вот этой прекрасной возлюбленной. Ну, вот у Пастернака гораздо все спокойнее. Вот. Так, вот сейчас вот будет стихотворение, посвященное. Вот не надо чуть-чуть прибавить, а? Екатерине Чавчавадзе, которая играла на фортепиано и пела. Вот ей посвящено, вот этому посвящено певице, поющей за фортепианами. Гулис очи
kreps Čvrėti lamasa, sėrdyta nasa Daša vėtr podi Kolt krcno bata, kolt kone bata Masa nyv apkrobdi Hacmini na cremli Pijal tam tvelini uprošven odin Tmani našalini mkerce dakrilini Emuk mkeboden Žužu na tvelini gultamom kvelelini Moci naroben Na purclini lechena smoche berven Pacaca tučni var dabr na purclini lechena smoche berven Zvuki rojalem sapravaždal Перелив. Части вокальной, плавной, печальной речитатив. Ты мне все время слышалась в теле, весь я был твой. В смене гармоний, в гулкой погоне их за тобой. Распрямляла оба крыла И без остатка каждою складкой в небо плыла Каждым изгибом, выгнутых дыбом черных бровей Линией шеи, бездною всею Муки моей. Вчвратила масса, севдита наса, Даша ветр поди. Ховел грсно бата, ховт коне бата, мас ми ваб кропди. Ну вот смотрите, сколько тут эпитетов у Бараташвили, да, как он описывает свою прекрасную возлюбленную вот, про музыкальные инструменты. Потом я зрел красоту, нежную скорбь, обожал, все чувства, весь разум ей отдавал. И он без щеки, залитые слезами, обожанием сжигаемы, волосы распущенные, на грудь рассыпаны, искрящиеся очи, сжигающие сердце, и маленькие губы, как лепестки розы. Ничего этого у Пастернака мы не находим. Он единственное, что брови там, это брови, да, и линию шеи. Но мне так представляется, что, ну вот, Бараташвили, он своей возлюбленной, да, а Пастернак, наверное, видел, ну, мне видится вот Зинаида Николаевна, играющая на фортепиано, да, вот там и брови, и все это было. Хотя, конечно, 45-й год, это уже там маячила другая любовь. Но вот Зинаида Николаевна, да, играла, была пианистка, вот. Так что тут немножко, конечно, каждый поэт переводит он или не переводит, но он пишет свое. Вот еще одно стихотворение чудесное, тоже вот такое очень роскошное вот оно у Бараташвили, а у Пастернака сдержанное. Но 45-й год – это уже время, когда Пастернак склонялся вот к такой...
ну, как бы, ну, не скупости, но с такой сдержанности в стихе. Он уже как-то не очень свои жаловал юные стихи. Вот я думаю, если бы он в 17-м году бы переводил Бараташвили, то, конечно, вот у него бы был такой адекватный пыл, когда вот он свою там возлюбленную бы описывал. А в 45-м уже было так спокойнее. Вот и здесь сначала спою Бараташвили, а потом... Розбеднирвар шентан копнитар Имилидгерхар майсиздгеса Мешенства лабши взчверет самотхеса Даметим чверети Вице-вице-цхлита, Ардай череп, Тувица-трпохар, Ардай череп, Тувица-трпохар, Ардай череп, Ардай череп, Ардай череп, Тувица-трпохар. Субе дурм копс, мемо шореба, Гонебам тацис, мшвени редис, Ствели матхи небит, жант мчмун варебис, Да севда влахгус, да ме пареба, Арда и череб, тувица трпоха, Ардай череп, тувица трпоха, Ардай череп, Ардай череп, Ардай череп, тувица трпоха. Хан зилса и кртопс, хан севди тохра, Сакховел сус, амхи арулепс, хан сичудил сицелепс, хан шарит оцелепс, хан хвебас опелс, хан садми принелс. Ардай череп, тувица трпоха, Ардай череп, тувица трпоха, Ардай череп, Ардай череп, Ардай череп, тувица трпоха. Когда мы рядом в необъятной Вселенной рай не дать, не взять. Люблю, люблю, как благодать, лучистый взгляд твой беззакатный. Невероятно, невероятно, невероятно не описать. Невероятно, невероятно, невероятно не описать. Будет время уезжать, вернусь ли я еще обратно, увижу ли тебя опять, увижу ли тебя опять. Невероятно, невероятно, невероятно не описать. Невероятно, невероятно, невероятно не описать. Годами гуще тени пятна и резче возраст печать. О, если б снова увидать твою божественную стать. Люблю твой облик благодатный. Невероятно, 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 невероятно.
Ну и вот замечательное великое стихотворение, великий перевод. Цвет небесный, синий цвет, полюбил я с малых лет. В детстве он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву остальным цветам голубого не отдам. Он прекрасен без прикрас, этот цвет любимых глаз, это взгляд бездонный твой, напоенный синевой, это цвет моей мечты, это облик высоты. В этот голубой раствор погружен земной простор. Это легкий переход в неизвестность от забот и от плачущих родных на похоронах моих. Это синий, негустой иней над моей плитой. Это сизый зимний дым мглы над именем моим. Прекрасный перевод и прекрасный оригинал. Саперс, пирвелат, каманил саперс, даран квекнерс, сикмитган ветр поди, дахалат росисхали, мак взгаце боли, вепица веме, Трепо, а родес перса схваз. Шевенірс ветер піме ці саперс мосорулі і гіці да мокрті сіарит пікриме санатері міміцевс ці сакет ромеш хіт да Донари, шеверто, лурч саперс. Мов кветепі. Верва нахав црем самем шобливус. Міс нацвелад цаворчі дамар пеквевс цварсціус. Самарес чемса роса дарса несли Гіця шести роз, ці агман лурця цас. Перевелат, каменил саперс,
jūs apīcāvamē ar vētra pot ārodes pērsās hava. Еще один стих, еще один перевод Бараташвили и Пастернак. Вот здесь, в этом стихотворении, на мой взгляд, наиболее точное совпадение и по тексту, и по эмоции. Ну, потому что молитва – это моя молитва, чаймилотсва. Ну, вот такое состояние сосредоточенности, спокойствия, в которое вот был, наверное, погружен Николас Бараташвили, когда писал. И это было вот уже вполне созвучно, наверное, вот состояние внутреннему Борису Пастернака, когда он это переводил. Хамера то мама, моми хиле, дзешетсу домили. Dagan mas vene vene patagan porot helvili. Nutula mas argach kondes gulist kivili. Odes ichilos gansat delši šem codelšvili. Mēs asoebas pirvelu mankom tvita damats stoda šens mcenebas uz herpla tarins samotxisa mšveni ereba garna ihila sasu pevlis mane tareba. Kaltagan šenta, damintke mači, salmovani guli sasenta. Aradah kalan, navzačem zakarta v nebisa. Aramed moet smasad guri, makudro ebisa. Gulisa sigme, šenuci nares, čem sauci, rasvis rachome, da čem tavage, ragada uštšenda, satkmela, maša dumilic, mimitvale, šenda milotsva. La 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 la
стихами мои земные страсти. Нельзя отцу родному без участия смотреть на гибель сына в западне, смотреть на гибель сына в западне. Не дай отчаяться и обнадежь, Адам наказан был с огнем играя, но все-таки вкусил блаженство рая. Дай верить мне, что помощь мне пошлешь. Дай верить мне, что помощь мне пошлешь. Ключ жизни, утоли мою печаль водою из твоих святых истоков. Спаси мой челн от бурь мирских пороков и в пристань тихую его причаль, и в пристань тихую его причаль. О, сердце вер, ты видишь все пути, ты знаешь все, что я скажу заранее. Мои нечаянные умолчания в молитвы мне по благости зачти. В молитвы мне по благости зачти. Вот я хотела еще спеть парочку стихов русскоязычных грузин. Этого стихотворения будет Булата Акуджавы, посвященное Марлену Хуциеву, одного московского грузина другому московскому грузину. Вот. Это стихотворение Булат Акуджава написал в 1963 году. Когда они работали, Марлен Хуциев тогда снимал фильм «Застава Ильича». И вот они вместе там, наверное, работали. Наверное, они там вспоминали Грузию. Наверное, они там говорили, что вот хорошо было бы туда поехать. И вот Булат Акуджава об этом написал. Мы приедем туда, приедем, и проедем, зови, не зови. Вот по этим каменистым, по этим осыпающимся дорогам любви. Вот по этим каменистым, по этим осыпающимся дорогам любви. Там мальчики гуляют по соня, по августу плавают в нем, и пахнет песнями и фасолью, красной солью и красным вином. Перед Чинарою голубою поет тина, тина в окне, и моя юность с моей любовью перемешиваются во мне. И моя юность с моей любовью перемешиваются во мне. Худосочные дети с Арбата, вот мы едем, представь себе, и арба под нами горбата, и трава увала на губе. Мимо нас мелькают автобусы, перегаром в лица дыша. Мы
съездились, мы не торопимся, мы хотим хоть раз не спеша перед чинарою голубою поет тина, тина в окне, и моя юность с моей любовью перемешиваются во мне, и моя юность с моей любовью перемешиваются во мне. После стольких лет перед бездною, раскачавшись, как на волнах, вдруг предстанет, как неизбежное путешествие на валах, и по синим горам, пусть неплавное, будет длиться через мир и войну. Путешествие наше самое главное в ту неведомую страну. И потом, без лишнего слова, дней последних не торопя, мы откроем нашу родину снова, но уже для самих себя. Мы откроем нашу родину снова, но уже для самих себя. Перед чинарою голубою поет тина, тина в окне, и моя юность с моей любовью перемешиваются во мне, и моя юность с моей любовью перемешиваются во мне. Ну вот еще я вам спою одно тоже русскоязычное. Это грузинский поэт вообще Илья Дадашидзе, но он писал по-русски. Ну то есть это вот, вот это грузинское чувство, вот прямо сразу спетое по-русски, без всякого перевода. Писал, был грузином, жил в Баку, писал по-русски. Да, да. Да. Кавказский дом, да. Но у него совершенно дивные описания Грузии. Господи, какие стихи, разным городам посвященные. И вот этот Тбилиси, ну просто... Снова Мтацминда в миндалевом смутном тумане, мост над водою и улочки в сонном угаре, утлые дворики, все обмирает на грани сумрака ночи, и свежего утра нам ткавари. Утлые дворики, все обмирает на грани сумрака ночи, и свежего утра нам ткавари. Снова светает, спешит за минутой минута, с гомоном птичьим сливается рокот чеканный гулких платанов, и день занимается круто, а над холмами, где высится город гортанный, снова светает, и день занимается круто, а над холмами, где высится город гортанный. Вот на припеке он нежится в мареве света, осоловелый к полудню от летнего жара, сизой свечою на солнце горит кашуэта, зыбью булыжной
Караулки текутся в лабара, сизой свечою на солнце горит кашуэта. Зыбью булыжной проулки текутся в лабара. Я в этом городе не вспоминаю о смерти и не печалюсь, что юность как дым миновала. Только бы вновь на увенчанной звездами тверди видеть, как прежде, беспечного утра начало. Только бы вновь на увенчанной звездами тверди видеть, как прежде, беспечного утра начало. Слышишь, не надо признания мне и удачи, чести двусмысленной в горле вымучивать слово, лишь бы опять окунуться в густой и горячий воздух миндалевый этого утра хмельного, лишь бы опять окунуться в густой и горячий воздух миндалевый этого утра хмельного. Только бы вновь, уезжая, твердить на прощание, как в забытии безотчетно, блаженно, невнятно, звонкоголосые улиц тбилисских названия, чтоб, расставаясь, сюда возвратиться обратно. Только бы вновь, уезжая, твердить на прощание, как в забытии безотчетно, блаженно, невнятно, звонкоголосые улиц тбилисских названия, чтобы, расставаясь, сюда возвратиться обратно. Чтоб, расставаясь, сюда возвратиться обратно. Еще одно такое прощальное с Тбилиси стихотворение. Это стихотворение Михаила Квалевидзе. Квалевидзе. В переводе Беллы Ахмадулиной. Но что луне,
невзрачная звезда. Уходят из Тбилиси поезда. Смертей возьму я на себя. О, не грусти в час сумерек, когда уходят из Тбилиси поезда. Ну и вот смотрите, вот сейчас вот эта песня, та самая 16-я песня, да, которая вот неожиданно образовалась и на грузинском языке. Вот я ее всегда пою на всех грузинских вечерах, пела в Москве. Мне очень нравится этот текст, который вот сделала Белла Ахмадулина, перевела это стихотворение, совершенно чудесный текст. Вот. И я вот спою сперва на грузинском, а потом... То есть нет, наоборот, сначала вот перевод русский, а потом вновь обретенный грузинский текст. Да, кстати, текст у вас в программках, этот текст. Григола Башидзе. Григола Башидзе. Он у вас на обложке, на передней, вот, на развороте. Да, можно подпевать, так что. Я сам не знаю, что со мной творится. Другой красы душа не понимает. И холм чужбины в зрении двоится. И Грузию мою напоминает. Ее свеча восходит солнцем малым среди звезд и лун при ветреной погоде. Есть похвала тому, что изумляет. О, как это на Грузию похоже. Есть похвала тому, что изумляет. О, как это на Грузию похоже. Природе только слово соразмерно. Смотрю, от обожания немею. И все, что в этом мире несравненно, я сравниваю с Грузией моею. Ее свеча восходит солнцем малым среди звезд и лун при ветреной погоде. Есть
есть похвала тому, что изумляет. О, как это на Грузию похоже! Есть похвала тому, что изумляет. О, как это на Грузию похоже! Твито на рвице асарат хдебан, садат скивна хавлама змта горебс, садат лама зимта парим хведева, чем сакартвело саратом магонес, миссий хатеба рогорц лампари, минат абзгза садатам даватаре, Саднем хведеба турпа баганари, чеми сам шовас мтабар свадаре. Даме цар минда схване тареба, тун дави аром тели сам харо. Албат верве повебц хваше даребас, мхарела мазиром шевадаро. Мисиха теба рогорц лампари, мина тебз гзос датон даватаре. Ту саднем хвадеба, Турпа баганави, чеми сам шабалос мтабарса вадареб. Ее свеча восходит солнце малым, среди звезд и лун при ветреной погоде. Есть похвала тому, что изумляет. Это на Грузию похоже. Надолго. Мадлоба, нагобребо, мадлоба. Ну вот последняя осталась песня. Я думаю, мы можем с вами вместе это спеть, потому что это «Амравал Жамер». Это стихотворение Анны Каландадзе, переведенное замечательной Белой Ахмадулиной. Ну вот я спою грузинский, русский. Ну, в общем, там вот эти строчки «Чемоквек ханавдида бамарат мравал жамер». Мы это можем вместе вполне. А по-русски «Мравал жамер, многое лето, мравал жамер». Вот. Шанс лучшим цвервалепс, товлером паравс, тергзададариалс. Шанс шмак чанчкерепс, Мтеби дана барад, ромичка ариан. Чемок векана, диде бамарад, мравал жамер. Чемок векана, диде бамарад, мравал жамер. Шенс мамац гмирепс, гзаса омари, Мхнет ромедалиес, тавис уплевис, шромис дабрцолис, дзлирармиес.
Щемок векана, видимо, мара, мрал жамир. Щемок векана, видимо, мара, мрал жамир. Рионс да чорокс, дкварса да аракс, мзьян мтварианс, ахалм шенеблепс, Диде бамарат, мравал жамиер. Чемок векана, диде бамарат, мравал жамиер. Чемок векана, диде бамарат, мравал жамиер. Твоим вершинам белым и синим, Дарьялу и Тереку, рекам твоим, твоим джигитам, статным и сильным, а также женщинам верным им. Мравал жамия, многое лето, мравал жамия. Мравал жамия, многое лето, мравал жамия. Твоим героям, делам их ратным, их вечной памяти на земле, твоим языкам и наречьям разным, лету, осени, весне и зиме. Мравал жамия, многое лето, мравал жамия. Неутомимым реке и речке и каждой струе, тебе, овеянной светом и миром, тебе, моей дорогой стране. Мрав!